Кристалли. Ха! Ни разу не видал, чтобы на них кто-нибудь ездил. Ха. Доставят в свет пустоши? Ну да, конечно, но не сегодня. Пока нельзя. И почему же? Преграду, всю долину заполонили машины. Не сомневаюсь, но мне запретили управлять подъемником, пока из скрежета горы не подадут сигнал. Слушай, я долго сюда добиралась и не собираюсь ждать. Так что или ты спустишь подъемник, или я. Но кто поднимет его обратно? Ладно, ладно. Только если кто спросит, ты меня заставила это сделать. Я вижу дым, но вокруг тишина. Чего-то, что разбили машины. А тихо, ну, потому что вся работа приостановлена из-за всех этих дел. А что за машины вам тут докучают? Очень злобные, целая стая. Их называют сикачами. Но раньше в преграде их никогда не видели. А тут понабежали не пойми откуда. А охотников у вас нет? Охотники-то есть, но никто не хочет связываться с Ульвундом. Он считает себя начальником скрежета горы. Остановка работ и его идея. Ага, ясно. Ну, я тут проездом. Меня ждет посольство. Торопиться тебе некуда. Посольство тоже приостановлено. В каком это смысле? Слышишь, вот тебе и ответ. Кто это? Жрец солнца Карк. Спустил его вчера, где-то за час до того, как появились машины. Очень важный человек, как он сам говорит. Посольство у света пустоши, и он должен его возглавить. А? Чудесно. Сейчас же меня не послушаешься, сам король солнца узнает о твоей дерзости. Из-за тебя я был вынужден всю ночь дрожать в палатке. Беззащитный! Я мог погибнуть. Ха, меня вывозить не хотите, а вот эту... Эту... Кого? Девчонку Нора? Дикарку. С дороги, дубина.
Вуадис, это Элой. Вуадис усердный. Элой, ну, спасительница Меридиана. Правда? Что ж, тогда я не так сильно оскорблен. Я собираюсь на посольство в Свет Пустоши. И ты, видимо, тоже. Нет, к этим машинам я не сунусь. И провозгласил Роман жрецов солнца самыми ценными и важными из людей. Ясно? Писание. Я отправлюсь в Свет Пустоши, когда капитан авангарда скажет, что путь чист. И ни минуты раньше. Ясно. Я, кстати, дружу с капитаном. Где сейчас Эрент? Я бы хотела поговорить с человеком действия, а не слов. Вуадис. Вуадис усердный. Вуадис усердный на рассвете послал Эренда и его солдата расчистить путь. И вот на рассвете... Эй! Чш! Так они в долине? Да, хотели осмотреть руины в левой ее части, следы поискать. Ясно. У вас тут всю работу остановили, а снаряжение улучшить можно? Кузнец в скрежете горы пустит тебя за свой верстак. Что до сикачей, тебе стоит сделать кислотные стрелы. Лучший способ завалить их — попасть по емкостям. Спасибо. Я найду Эранда и приведу его. Эй! Куда ты собрался? Обратно наверх? Ждать в безопасности? Прости. Подъемник не берет пассажиров, пока не дадут сигнал, верно? Точно. Ну, я поехал. Что? Что? Джоров, проводи нашего усердного друга в скрежет горы. Конечно. А я найду Эренда и помогу расчистить путь. А потом, чтоб без промедления. Свет Пустоши. Посольство. Если такова воля солнца. Такова. Уж поверь. Надо найти Эренда. Но сперва стоит зайти в скрежет горы, улучшить лук. Приручать такие машины, мне надо найти подходящий котел. Те машины, похоже, проломились через лагерь. В этой долине и впрямь опасно. Сумка забита. Потом...